Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я провожу творческий вечер в летнем дворике Русского театра. Я буду читать новые стихи. Их нет, пока еще нигде не напечатаны они. Мне кажется, будет хорошо, красиво. У меня будет играть гитарист Богдан Мартынов. Ну, такая фоновая гитарная игра. Мы будем выступать вместе. Вопросы? Скажи, ты не участвовал вот в этом фестивале? Как это случайно? Или ну, я ввел его. Я этот фестиваль ввел. Я участвовал в качестве ведущего. Я представлял... ну, у нас там было двое ведущих. Мы представляли выступающих. Я читал цитаты из их стихов, представлял их. Это было интересно. Это было... ну, как бы я участвовал в творческом процессе. Я находился на творческом поле. Ты представляешь, а я не увидел тебя в списке... И не пошел. И не пошел, да. Ну, на что идти? Сурова нет. Да. У меня очень интересная была роль. Я не участвовал как конкурсант. Я не сидел в жюри. Вот. Ну, я смотрю, тебя не в жюри, да. нет. Однако я был ведущим. Мне было очень интересно. Ты знаешь, я доволен. Мне неудобно было у Пучкова спросить. Думаю, что я буду у Пучкова спрашивать? Ну, вот как-то так. Тебя не было. Ты обратил внимание, что тебя вообще не было? Нигде меня не упомянули. Ну, вот. Вот это что касается фестиваля. Там, ну, были достаточно интересные участники. Конечно, работа жюри – это жуткая работа. И выбирать из поэтов лучшего – это, конечно, ну, невозможно, тяжело. Однако необходимо это делать. Это как с женщинами. Ну, как определить, какая лучше? Но мы же как-то определяем, в конце концов. Да.